Недавно Криштиану Роналду и Ирина Шейк расстались. Вот, нам кажется, что их расставание выглядело именно так. Роналдо! Ирина! Криштиану, любите Ирину! Криштиану, Ирину, Шейк, Шейк! Подожди, успокойся. Мы расстаемся. Ну! Не расстраивайся, малыш, это всего лишь чувство. Ирина, аккуратней. Криштиану прическа, Криштиану контракты. Так, мяч. Слушай, как тебя успокоить? А? Первый тайм, успокойся, сядь. Ты слишком динамичный. В общем, я не люблю тебя. Ты что делаешь? Ты что? Криштиану, битви на голова, 9. Ты что, охренел, что ли? Арбитру! Ну вот видишь, ты слабак. Криштиану меняться? Ты слащавый. Криштиану исправляться? Ну, ты отстойник. Криштиану быть лучше? Ну, ты Аршавин. Ирина, перестань, такое уж я и говно. Ну, что ты говоришь такое, а? Так, я с Владимиром с тобой разговариваю, понятно? Ирина, если ты уехать... Криштиану переживать, курить, пить, нюхать наркотики. Подожди. Тебе еще рано в «Спартак», подожди. Малыш, ты справишься и без меня. Там. Криштиану, нужна женщина. Играть рукой — это плохо, нельзя. Играть рукой. Я знаю, почему ты хочешь. Потому что я красивее тебя. Но все мужчины считают меня красивее тебя. Не все мужчины так считают. Так, все. Я ухожу. Да, не последний шанс. Нет, я пас. О, пас. Господи, да не тот пас, подожди. Не тот пас. Перерыв. Оставь мне что-нибудь на память. Что? Косметичку. Так, все, я пошла. Окей, я не пропущу тебя. Криштиану, лучший нападающий всего мира. Но плохой вратарь.